Друзья мои, всем добрый день! Сегодня 13 мая. Готовлю теплицу под посадку рассады огурцов. Вот такая вот у меня рассада огурчиков. Это трилоджи. Вот такая корневая. Здесь выдвижное дно, чтобы не поранить рассаду. Значит, она была... Вот это лютояр была посажена. Все это 14.04. То есть рассаде пора... Уже пару-тройку дней было, значит, высадить ее в грунт. Но из-за холодов все никак не получается. Но сегодня я рассаду вынесла. Она у меня будет ночевать здесь вот в бочке. Ну, вот видите, какой холод. Наверное, сколько? Недели три назад я сажала огурцы. Вот один погиб вообще. А этот, смотрите, какой стоит красивый меня. Миниатюрный. Вот еще сестра мне отдала, подсадила. Ну, будем наблюдать за ними. Я, конечно, их укрываю на ночь. Сюда приношу бутылки с горячей водой. Вот, чтобы никто не ел, вот подсыпала их этим табазолом, табачно-зольной пыль. Кстати, друзья мои, очень хорошо. То есть тут такие мошки были в почве. И чем я их только не, значит, не травила, ничего не получалось. И вот просыпав, значит, табазолом, вот они все лежат на поверхности, и все они погибли. Конечно, очень хороший натуральный комплекс защиты растений. Ну, так вот, значит, они у меня сегодня будут стоять здесь. Вот рассада. Пусть, ну, привыкают. Вот, тоже принесу на ночь горячую воду сюда. Сегодня я подготовила вот так вот одну грядку. У меня пока три растения. Значит, я натянула там сетку, друзья мои, вот так вот. Здесь вот пошли вот такие хомуты. Прикрепила. Вот они, хомутами. И огурцы будут идти у нас по этой сетке. Так, и внизу. Внизу я их в землю сделала вот такими крючками. Все. И эта сетка у нас будет стоять до конца. Потом мы просто вместе с остатками растительности выбрасываем. Ну и, друзья мои, развесила я вот такой вот здесь этот мульчирующий, который идет материал, с одной стороны черный, а с этой стороны вот такой вот. И это у меня на восточную сторону. Грядочку уже перекапывала неоднократно. Но сейчас я ее еще раз взрыхлю всю и просыплю. Проливала я здесь и просыплю 33 богатыря на нее. Немного тоже перед взрыхлением. Это вот такой вот защита от болезней, стрессов, вредителей. Оздоравливает почву, растения и человека. Богатырская сила. Так, лунку. В луночку я положу веревки. Две штуки. То есть я сделала длинную, две длины. И на разные стороны разложу, чтобы тоже огурец потом степлером вот этим специальным для растений и этими клипсами буду прикреплять. И сами они тоже будут ползти по сетке. В лунку я добавлять опять буду вот эти хомуты, которые я прикрепляю. В луночку я буду добавлять удобрение природное биолан, куриный помет, выросли. Еще я у нас в Вимосе купила, по-моему, уж не помню, вот такой вот органик. Тут идут гранулы, тоже универсальные. Ну, огурцы любят покушать вот такие вот гранулы. Также я добавила гуми-оми. Огурец, кабачок и бахчевые. Вот это, конечно, ОЖЗ Кузнецова. Очень мне нравится удобрение. Добавила золушку. Я про нее рассказывала. Это у нас содержит золу и гумат. Стимулятор роста и концентраты хвойных и других растений. Крапивы, табака и ромашки.
Ну вот, все, что потом я замульчирую точно так же, как перцы соломой, которые не перепрела в перегное, и просыплю вот этим обязательно табазолом. Ну, пролью еще водой с агатом. Вот такой у меня план действий по огурцам. Это сегодня я все подготовлю, завтра я посмотрю, как они переночуют, и завтра буду высаживать их в грунт. Покажу вам, буду накрывать дугами и укрывным материалом. Ну вот, все при работе. Так, вот теплицы не развернутся, друзья мои, все стоит. Вот еще гелиотроп вот такой вот страшный померз. Вот это, друзья мои, взошел у меня катран. Так он и не взошел в грунте, потому что зимой у нас тоже было плюс 2, так же, как и сейчас. Вот стоят луки. Лука нарастила теперь немерено. Не рос, а теперь вот, пожалуйста, вот такие заросли. И эустома у меня здесь стоит. Вот такая красавица. Ну, конечно, не обошлось без потерь с томатами, друзья мои. Один томат Марфу сломала. Сломала, ну вот поставила на укоренение. Такой томат хороший. У меня он один, посмотреть хотелось бы.